знаменование 76-й годовщины Великой Победы построено начальник штаба полковник Овчаров. Годовщины Победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! С днем Великой Победы! Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе! Братская дружба! Достойно продолжаю акт по традиции поколения генералов. Товарищи генералы, офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты. Прошло 76 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Неразрывная связь поколений – наше огромное национальное богатство. В нем сила и достоинство России. Прошло уже 76 лет, но подвиг наших дедов и отцов, защищавших родину от фашистской Германии, останется в сердцах каждого из нас. От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы! Объявляется минута молчания. Эй, Борис Гришин! И не щадившего и самой жизни. Сознание необходимости усилить труд, чтобы закрепить победу. Спас мир от фашизма. Стойкости вере. Храни вас всех, Господь. Будьте здоровы и Богом храни вас всех. Мы помним и тех, кто даровал кровь, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое и справедливое наказание. Старшего сержанта Курушбаева Каната Салахутдиновича. С примером беззаветного мужества, преданности отчизне, взаимовыручки, День Победы. 9 мая вы встречаете вдали от Родины, сражались с фашизмом. На традиции поколения героев вы успешно решаете поставленные задачи. Надежно обеспечиваете мир и стабильность. Подвиг воинов Красной Армии и тружеников тыла навсегда останется для нас примером беззаветного мужества, преданности отчизне, взаимовыручки и братской дружбы. Это родина многих ветеранов Великой Отечественной войны. Союза сражались с фашизмом. Главнокомандующим выполняем миротворческую миссию в Закавказье. 9 мая вы встречаете вдали от Родины по приказу Верховного главнокомандующего